Потенциал нашей церкви уже четыре страны. Это Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан. Я верю в то, что у нас будет со всего бывшего СНГ, Болгария. И этим мы хотим что-то показать, да, всему миру, что в нашей церкви Иисус Христос, Он стоит над всеми нациями, Он стоит над всеми деноминациями. У нас есть люди, которые в какой-то степени католики, есть из православных, есть из протестантов. И на самом деле, как-то вот изначально в моей христианской жизни пошло, что я никогда не причислял себя к какой-то деноминации. Потому что такого слова, как православный или католик и протестант, в Библии нет такого понятия. В Антиохии ученики начали называться кем? Стали называться христианами. Да? Мы христиане от слова «Христос». И это самое главное. Христиане будут оправданы. Мы только вернулись из Испании, и мы зашли в одну католическую церковь. И вы знаете, Наташа, вот мы выходим, Наташа говорит, вот я, мне хорошо там, я ощутила там Дух Святой. И вы знаете, на самом деле, то есть церковь такая, ой, так, это не я. Так, это... Хорошо, что это можно тоже вырезать. Сегодня у нас будет такое резанное служение. Так, о чем я говорил, я уже не помню. Да, я вообще приехал, вернулся немножко такой оглушенный, потому что вот очень много было событий, может быть, как-нибудь там поделимся, да. А так вот были в католической церкви, просто вот реально, да. Но лично я проникся, что, я говорю Наташе, что, вы знаешь, вот я прихожу к тому выводу, что все то, что прославляет нашего Господа Иисуса Христа, все хорошо. Вот в православную церковь зайдешь, вот, ну, на самом деле, вот если хорошо поискать, то там тоже можно найти живых христиан. В католическую церковь зайдешь, если хорошо поискать, там можно найти живых христиан. В протестантскую церковь, если зайдешь, тоже, ну, сейчас уже тоже надо хорошо искать. Ну, даже в протестантских церквях уже надо хорошо искать, чтобы найти живых христиан, которые действительно приходят в церковь, чтобы прославить Иисуса. Я благодарен вам за то, что вы, несмотря на такую погоду, да, все равно сюда пришли, я верю в то, что не ради меня, а пришли мы все ради нашего Господа Иисуса Христа, потому что, еще раз повторю, потому что мы христиане. И я благодарен за то, что вы молились за нашу поездку, и подтверждение тому, что было наше возвращение, да, уже кто-то знает, кто-то в курсе, что ну, мы уже садились на Софийский аэропорт, и... Ну, я много летал на самолетах, я даже летал на таких самолетах, как вот я сейчас Нелли говорю, ну, мой отец был авиамехаником в Карагандинском аэропорту, он, как он говорил, что он с закрытыми глазами мог перебрать двигатель самолета. Когда я был маленький, он брал меня с собой куда-то в пустыню, где ну, там, туда возили сварщиков, каких-то строителей, для того, чтобы они там какую-то проводили линию. Я летал на Ан-2 на кукурузниках, летал на Ан-24. Притом, вы знаете, это на самом деле это были такие, ну, просто, то есть, какие-то полеты такие, знаете, ну, то есть, вы, наверное, видели эти самолеты, они маленькие такие, то есть там такая тряска. Вот. На Як-40 летал, на реактивных самых различных самолетах. Но то, что случилось с этим самолетом, то есть буквально на посадке самолет начал падать. Я понимаю, что ну, самолет падает, потому что это одно дело, что ну, там, поймали какую-то воздушную яму, ну, мы поймали, я думаю, что мы, наверное, мы провалились в какую-то воздушную яму, но это затянулось, то есть мы успели помолиться, то есть народ начал кричать, то есть ну, вот, поднялся такой вопль, дети начали плакать, и мы с Наташей начали молиться. Наташа начала молиться, я начал громко, мы громко молились, то есть мы какое-то время молились, я думаю, что это может быть полминуты было, да, ну то есть все это время самолет падал. Вот, это было на самом деле, ну, просто вот... Где-то вот страх подступил, потом страх ушел, потому что мы вопияли Господу, я думаю, что все это слышали, призывали защиту драгоценной крови. Но я думаю, что если бы это не произошло, то народ бы не услышал о Христе, да, вести о Христе. И вот та женщина, которая сидела слева от нас, она бы не покаялась. То есть, ну, Наташа начала, после того, как самолет еле-еле выровнялся, потому что я посмотрел в окно самолета, и
крылья тряслись так, что ну, просто видно, что самолет, он буквально на последних вот, метрах от земли, он начал вот как-то ловить эту волну, и крыло вот тряслось какой-то страшной такой силой. И еле-еле самолет выровнялся, и Наташа начала проповедовать этой женщине, и она говорит, ну, да мы все верим в Бога, ну, только я даже не знаю, как молиться. Он говорит, хотите научиться молиться? Повторяйте за мной. Она повторила слова, и во имя Иисуса Христа, там, аминь, да. И вот после этого события, да, вот в моем сердце до сих пор радость. Радость от того, что хотя бы одна душа покаялась. Я сегодня извиняюсь, потому что я немножко оглох. Я себя плохо слышу, и плохо, ну, поэтому, если я буду на вас кричать, вы вот показываете, ну, знаком, что чуть потише, потому что, ну, я реально плохо сейчас, это что-то у меня с ушами случилось. Несколько было таких потрясений. Давайте мы помолимся нашего Господа, да, призовем Его имя, потому что Он достоин, Он царь, Он здесь. Потому что так написано, что там, где двое или трое собраны во имя Его, Он уже посреди нас. Слава Тебе, всемогущий Бог, наш Господь, Мессия, посланный на эту землю для того, чтобы спасать. И сегодня Ты спасаешься, Иисус. Сегодня, Господь, Отче, Евангелие оправдания все еще работает на этой земле, Господь, Отче. Ты все еще помогаешь, Ты все еще исцеляешь, Ты все еще освобождаешь своих людей, Господь Отче. Потому что Слово Твое говорит, что Ты пришел, чтобы спасти своих. У Тебя, Иисус, везде свои люди, Господь Отче. Аллилуйя, Отец. Оссана, слава Тебе. И не все Твои, Господь Отче. Только Твои спасутся, Господь Отче. Я благодарю Тебя за то, что, Господь Отче, мы здесь, которые Твои, Господь, на этом месте, мы пришли искать Твоего лица, чтобы опять, Господь, найти Его, потому что Ты обещал, что если мы будем Тебя искать, мы всегда Тебя найдем. Если мы будем стучать в Твои двери, Ты есть сама дверь, то всегда отворишь нам, потому что мы Твои дети, Господь Отче. Тебе за всю славу, честь и хвала, Господь Отче, прославься на этом месте. Аллилуйя, Отец, Оссана. Мы поклоняемся Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа, и народ Божий скажет... Аминь. Давайте прославим нашего Господа. Аминь. Готовы прославить Бога? Приготовили свои сердца, открыли свои души. Давайте прославим. Для кого живу я? Царь, царь.
Бог, ты Господь, ты тот, для кого живу я. Царь, царь царей, жизнью всей буду славить лишь тебя. Ты мой Бог, ты Господь, ты тот, для кого живу я. Царь, царь царей, жизнью всей буду славить лишь тебя. Ты мой Бог, ты Господь, ты тот, для кого живу я. Царь, царь царей, жизнью всей буду славить лишь тебя. Иисус, тебя я буду славить, вечно тебя я буду славить, вечно тебя я буду славить, Иисус. Вечно тебя я буду славить, вечно тебя я буду славить, вечно тебя я буду славить, Иисус. Вечно тебя. Вечно тебя я буду славить, вечно тебя я буду славить, вечно тебя я буду славить, Иисус. Вечно тебя, вечно тебя я буду славить, буду славить. Ты мой Бог, ты Господь, ты тот, для кого живу я. Царь, царь царей, жизнью всей буду славить лишь тебя. Ты мой Бог, ты Господь, ты тот, для кого живу я. Царь, царь царей, жизнью всей буду славить лишь тебя. Ты мой Бог, ты Господь, ты тот, для кого живу я. Царь, царь царей, жизнью всей буду славить лишь тебя. Ты мой Бог, ты Господь, ты тот, для кого живу я. Царь, царь царей, жизнью всей буду славить лишь тебя. Библия говорит: радуйся. И еще раз говорю: радуйся. Будем радоваться, потому что мы имеем великую надежду. Мы имеем спасение в Иисусе Христе. Несмотря ни на что, Библия говорит нам радоваться. Если тебе весело, радуйся. Если тебе грустно, тоже радуйся. Написано, если ты проходишь какие-то испытания, Библия что говорит? Радуйся. Поэтому будем радоваться в Боге. Аминь. Будем петь Ему хвалу. Радуйся в Боге, Он царь. Радуйся, радуйся в Боге, Он царь земли. Он победил на Голгофе все силы тьмы. Болезни и грехи Он взял вместо нас. Взял вместо нас. Пролив свою святую кровь, дал нам власть побеждать. Песню славы, пой царю, возвышай.
услышай голос мой, Господу воспой. Радуйся, наш Бог достоин. Он великий, вся слава Ему, вся честь и вся хвала. Радуйся, радуйся в Боге, Он царь земли. Он победил на Голгофе все силы тьмы. Все силы тьмы побеждены. Радуйся, радуйся в Боге, Он царь земли. Он победил на Голгофе все силы тьмы. Болезни и грехи Он взял. Болезни и грехи Он взял вместо нас. Взял вместо нас. Пролив свою святую кровь, дал нам вас побеждать. Воскресай, пой хвалу, песню славы, пой царю. Возвышай голос свой, Господу воспой. Воскресай, пой хвалу, песню славы, пой царю. Возвышай голос свой, Господу воспой. Аллилуйя, 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 Господу воспой. Аллилуйя, 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 Господу воспой. Аллилуйя, 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 Господу воспой. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Твои чудеса в нашей жизни, потому что Ты великий Бог, Ты умер за нас и воскрес, даровал нам жизнь, дал нам надежду, исцеление, спасение. Будем славить Тебя. Благодарю Тебя.
исцелен я твоими ранами, исцелен я, верю в силу пролитой крови. Если ты веришь в силу Иисуса Христа, то Дух Святой хочет тебя сейчас исцелить, чтобы ты получил свободу, чтобы ты получил исцеление душевное, духовное, физическое. Просто скажи: я верю в силу пролитой крови Иисуса Христа. Твоими ранами исцелен я, твоими ранами исцелен я, верю в силу пролитой крови. Твоими ранами исцелен я, твоими ранами исцелен я, верю в силу пролитой крови. Твоими ранами, твоими ранами исцелен я, твоими ранами исцелен я, верю в силу пролитой крови. Твоими ранами, твоими ранами исцелен я. Господь, в Твою исцеляющую силу. Мы верим в силу крови Иисуса Христа. Мы верим, что перед именем Иисуса Христа склонится всякая немощь и всякая болезнь. Мы верим, Господь, в Тебя. И мы хотим быть ближе к Тебе. Мы хотим быть в Твоем присутствии. Мы хотим жить вместе с Тобою. Мы хотим сейчас поклониться Тебе. Ведь Ты достоин. Мы желаем быть ближе к Тебе. Ты великий. Ты великий. Ты достоин всей славы. Нет подобного Тебе. Нет другого, как Ты. Иисус, Иисус. Поклоняюсь Тебе.
преклоняемся, Господь, перед Тобой. Мы знаем, что Ты здесь, на этом месте. И мы хотим, Господь, действительно, чтобы слова наших уст и размышления нашего сердца было угодно Тебе сейчас. Вот мы, Господь, пред Тобой, такие, какие мы есть. Мы пред Тобой. И мы просим Тебя, возьми нас, Господь, и используй. Все, что есть у нас, мы хотим, чтобы это служило Тебе. Без Тебя мы не можем ничего, Господь. Бог всего, я склонюсь к Твоим ногам. Все, что Господь, мой Господь, в снях.
славу Бога моего, я чувствую здесь. Славу Бога моего, я чувствую. Дух Святой, наполняй собой нас, наполняй собой нас, Дух Святой, Дух Святой, наполняй собой нас, наполняй собой нас, Дух Святой. Всякие твердыни, всякие оковы, всякие узы греха и смерти. Сила Духа Святого сейчас здесь, на этом месте. Мы благодарим Тебя, Господь, что не мы своей силой живем и побеждаем, но силой Духа Святого, силой имени Иисуса Христа, силой крови Иисуса Христа падают всякие оковы, падают всякие цепи. Именем Иисуса Христа разрушается всякое ярмо, разрушается всякий грех. Есть сила имени Иисуса Христа, которая дает нам победу, которая дает нам свободу. Есть сила в имени Иисуса Христа, когда цепи падают и разрушаются. Сейчас эта сила здесь, на этом месте. И эта сила есть у тебя, сила имени Иисуса Христа. Возьми эту силу и разрушай всякую немощь, всякую болезнь, всякое проклятие, потому что Иисус уже заплатил на кресте, Он пролил свою кровь. И дела дьявола, они имеют власть и силы над нами, потому что есть искупительная сила Иисуса Христа, сила крови Иисуса Христа, которая искупила, которая дала нам свободу, дала нам прощение от всякого греха, от всякого рабства. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту силу, за Твою свободу здесь, на этом месте. Благодарим Тебя, Господь, за Твою победу. Благодарим Тебя, Господь, за Твой путь, за Твою истину, за то, что Ты нам дал, Господь. Мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя, Господь. Ты есть путь, Ты есть истина, Ты есть наша жизнь. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы славим Тебя, мы превозносим Тебя. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Ты великий, Ты достоин всей славы, Ты достоин всей хвалы. Мы поклоняемся Тебе, мы доверяемся, Господь, Тебе. Давайте воздадим Господу хвалу. Он достоин. Аминь. Аллилуйя. Присаживайтесь, пожалуйста.